Традиционный всероссийский турнир по бадминтону «Крутогорский валан» не изменяет своим традициям вот уже 12 лет. В этом году в микрорайоне «Крутая горка» турнир вновь собрал порядка 80 юных бадминтонистов из 7 регионов России. Для начинающих спортсменов эти соревнования – трамплин для будущих более высоких стартов. Это не самый сильнейший уровень, но это именно трамплин. То есть здесь есть возможность отбить молодежь, вот, дать им себя почувствовать на соревнованиях. Но на самом деле с этого турнира путевку в жизнь получила чемпионка России Васильева Юля, призер первенства России, первенства Европы Медведева Настя, которая, кстати, родом отсюда, из этих мест. Открытие турнира началось, пожалуй, с самого приятного момента. От Олимпийского комитета России президент Федерации Омской области передал крутогорцам новый инвентарь для бадминтона, который был выигран в рамках федерального проекта «Олимпийская страна». Напомним, что в рамках этого проекта поощряются школы, в которых созданы команды, активно принимающие участие во всероссийских турнирах образовательных учреждений. Новый инвентарь должен не просто порадовать крутогорских школьников, но и пополнить резерв спортсменов. Поддержали нас в этом проекте как областная федерация Омска по бадминтону, так и спортивная школа 10, которая является уже нашими партнерами, ну, уже, как сказала, 12 лет. Конечно, мы благодарим их и надеемся, что они не только нашу улучшат материально-техническую базу, но и позволят создать нам еще одну команду ребят, которые будут заниматься бадминтоном, чтобы потом они росли и влились, наверное, уже в спортивные школы. Первый такой шаг сделан в Омской области. Сегодня впервые передан инвентарь для школы, где существовали всегда традиции бадминтона. И мы рады, что эта поддержка сегодня послужит возрождением этой школы бадминтона. Организаторы «Крутогорского валана» позволяют участникам играть как можно больше матчей в одиночном разряде. Благодаря этому на нашем турнире спортсмены получают максимально плотную практику. Мне вот нравятся тренировки, ездить в разные города, получать медали. Это же все равно жизненный опыт, знакомишься с новыми друзьями, людьми. Я перепробовала много спорта в детстве и сошлись на то мнение, что бадминтон полезен для зрения, потому что сейчас такое поколение, которое очень много сидит в компьютерах. То есть это, ну и вообще бадминтон очень полезный, очень интересный вид спорта. Из года в год конкурентная борьба разворачивается между двумя главными регионами – Новосибирским и Омским. Однако именно хозяевам турнира удается оставаться лидерами на протяжении многих лет.